Приветствую на канале. Сегодня хочу вам рассказать о функции Apple CarKey. Я собрал всю доступную информацию на сегодняшний день, поэтому если вас интересует такой вопрос, обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайки и начинаем, друзья. В iOS 13.4 появилась информация о новой функции, которая превращает iPhone и Apple Watch в автомобильный ключ. Это функция Apple CarKey. Пользователи смогут использовать Apple CarKey в автомобилях, совместных с модулем NFC. Чтобы использовать устройство в качестве ключа, его нужно будет держать рядом с автомобилем. Нет необходимости проходить идентификацию с помощью Face ID. MacRumors предоставила скриншоты, на которых есть интерфейс CarKey, что дает нам первый взгляд на предстоящую функцию. Итак, цифровой ключ будет в виде карточки, при нажатии на которую будет открываться следующее меню, в котором есть информация о модели автомобиля, производителе, экспресс-режиме, а также возможности поделиться с другими пользователями. При совместном использовании цифрового ключа основной пользователь может предоставить другим пользователям три уровня доступа. Первый – это разблокировка багажника, второй – это разблокировка автомобиля и третий – разблокировка автомобиля с возможностью вождения. Предполагается, что Apple будет сотрудничать с автопроизводителями для реализации функции CarKey. На сегодняшний день пока не ясно, когда Apple планирует сделать CarKey общедоступной функцией. Друзья, на сегодня это все. Оцениваем видео пальцем вверх, ставим лайки, всем удачи и пока!